Поздно вечером в режиме видеоселектора с единороссами подвел предварительные итоги выборов председатель партии, премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что «Единая Россия» показала достойный результат и смогла добиться победы в большинстве регионов страны. Каков результат, предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный. Партия выступила стабильно и по предварительным данным сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов федерации, где проходили выборы. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные предварительных исследований, которые проводились. Дмитрий Медведев заявил, что избирательная кампания проходила в сложных условиях. В обществе активно обсуждались изменения в пенсионном законодательстве, и «Единая Россия» не боялась честно и открыто говорить о них с россиянами. Руководитель партии поблагодарил однопартийцев и всех, кто принимал участие в организации и проведении выборов.